Пенсионерка Любовь Григорьева за своим здоровьем следит регулярно. Считает своевременные обследования верным способом продлить себе жизнь. А с появлением возможности проходить диспансеризацию, когда в один день можно обойти все необходимые кабинеты, посещать поликлинику ей стало приятнее. Ну а как мы узнаем, что у нас болит, что у нас не болит? Как мы проследим течение наших заболеваний? Это обязательно нужно делать. Таких, как Любовь Алексеевна, немало. С начала года в Видновской поликлинике диспансеризацию посетило более 700 человек. С недавних пор ее можно пройти еще и по субботам, что делает процедуру доступной и для работающих людей. А раз в месяц предусмотрен единый день, когда обследоваться разрешено всем желающим, даже вне зависимости от места регистрации, при наличии полиса и паспорта гражданина России. В этот день поликлиника будет работать в усиленном режиме, соответственно, можно пройти диспансеризацию в полном объеме за 2 часа. В ходе диспансеризации выявляются хронические неинфекционные заболевания и выявляются факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Диспансеризация нам нужна для того, чтобы убедиться в том, здоров ли человек или нездоров, и какие у него имеются отклонения, чтобы их предотвратить, или, если это болезнь, на ранних стадиях начать лечение. Ближайший такой единый день диспансеризации состоится в эту субботу, 11 марта. С 8 утра и до часу дня можно сдать кровь на биохимический анализ, мочу, пройти флюорографию, ЭКГ, УЗИ брюшной полости и малого таза, маммографию, онкоцитологическое исследование, проверить внутриглазное давление. Сейчас в районной поликлинике доступен и кабинет психотерапевта, который ведет прием по борьбе с курением. Людям, кто не может сам избавиться от пагубной привычки, помогает специалист. Мы беседуем о том, чтобы человек сам принял решение о том, что ему нужно бросить курить. И для этого приводятся определенные примеры, исходя из его образа жизни, из его режима труда, отдыха, сна. Как только эти моменты нарушаются, естественно, человек курит для того, чтобы заменить правильный образ жизни на неправильный образ жизни, для того, чтобы, так сказать, якобы продлить себе работоспособность и так далее с помощью сигарет. И то, что это вредно, все это доказывается во время беседы. В случае выявления тех или иных заболеваний человека направляют на второй этап диспансеризации, где он уже проходит всех необходимых именно ему врачей. Специалисты советуют обследоваться регулярно для того, чтобы знать о своем организме все и прививать себе культуру здоровья. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.